В рамках празднования Дня школьника, который отметили в регионе накануне, во всех образовательных учреждениях области состоялись выборы в органы ученического самоуправления. Во всех школах проходит единый день выборов органов ученического самоуправления. Для того, чтобы ребята привыкали к этой мысли о том, что выборы в школах проходят в один день, так же, как и выборы в России, выборы в городе Ульяновске, в Ульяновской области тоже проходит единый день голосования. У них есть возможность определить своего лидера ученического самоуправления. Один из избирательных участков работал на базе средней школы номер 21 города Ульяновска. С раннего утра ребята собрались на торжественную линейку, приняли малышей в первоклассники, поучаствовали в тематических уроках и встретились с представителями городской избирательной комиссии. Сегодняшний день самоуправления – это как раз есть и то, как они хотят жить. Что им нужно, какие планы, какое видение, это все зависит от них. А сегодня, 8 число, это день школьника, хороший праздник, он у нас проходит как день самоуправления. Все как на взрослых выборах. Во время перемен на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущего президента школы, приходили мальчишки и девчонки разных возрастов, начиная с 5 класса. На месте работала счетная комиссия, приглашенные наблюдатели, которые по совместительству являются еще и общественными активистами из других школ. Школьное самоуправление, оно... можно сказать, сплачивает и учеников, и учителей тоже, налаживается работа школьников. Школьный избирательный участок посетил глава региона. Сергей Морозов ознакомился с деятельностью избирательной комиссии, отметил важность идеи ученического самоуправления и воспитания ответственных граждан уже с раннего возраста. А на встрече с активом школьной молодежи Сергей Морозов поручил областному министерству образования подготовить предложение со следующего учебного года по усовершенствованию системы ученического самоуправления. Школьные управленцы будут работать по принципу работы федеральной, региональной и муниципальной властей. 5 учеников 9-11 классов в прямом тайном голосовании избирался президент школы. Он при одобрении педагогического, родительского состава, я не знаю, как там, если так это возможно, то было бы здорово, назначал премьер-министра и формировал бы правительство школы. Опять же, из числа учеников 9-10-11 классов. Состав правительства, конечно, мы бы просили, чтобы обязательно вошли, как минимум, социальные министры. В Ульяновской области День школьника отмечается с 2013 года по инициативе главы региона. В этом году Сергей Морозов отметил словами благодарности не только школьников за отличную учебу и активную общественную деятельность, но и наградил грамотами родителей за примерное воспитание своих детей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.